Рассказывают, что некий парень сидел в кафе, к нему подошла официантка и сказала: «Вот ваш заказ, блюдо, конечно, вкусное, но я готовлю лучше. Это называется черный пиар. Иногда даже он бывает полезным». Парень попытался возразить, мол, блюда от этого повара он заказывал еще 2 года назад, и всегда они были превосходными. Но официантка опять возразила: «Может, и заказывали, но готовит он не очень. Это называется антиреклама. Порой такая стратегия дает свои результаты». Слегка возмущенный парень начал есть свое блюдо. Но то ли блюдо было каким-то не таким, то ли настроение у парня ухудшилось. Ему показалось, что блюдо пересоленное. Он позвал официантку и попросил принести попить. «Что пожелаете?» – уточнила официантка. «Принесите напиток на свое усмотрение», – ответил парень и стал ожидать. «Как скажете», – с радостью ответила официантка и удалилась. Она знала, что если после соленого салата принести горячий кофе, то пить захочется еще сильнее, и парень обязательно закажет прохлаждающий напиток. Это называется ожидание конверсии. Невозможно ожидать конверсию без предварительной рекламной кампании. Официантка вернулась с заказом, дала горячий кофе парню, как тот тут же сказал: «И какую-то булочку, пожалуйста». «С фруктовым джемом?» – переспросила официантка. «Пожалуй, да», – ответил парень. «Это называется импульсная покупка. Когда клиент не уточняет детали заказа, то с большой долей вероятности он согласится купить что угодно». Принеся булочку с фруктовым джемом, официантка удалилась. Парень допил чай, съел булочку, оставил деньги за свой заказ и чаевые. Также парень оставил на столе записку. Радостная официантка забрала деньги, чаевые. Настроение ее улучшилось вдвойне. Это называется получение выручки и дополнительного дохода. Ничто так не поднимает настроение, как легко полученные деньги. Записка парня упала на пол, ее смела уборщица вместе с прочим мусором. Она так и не была прочитана никем. Прошел месяц, количество клиентов ресторана значительно уменьшилось. Заведение было практически банкротом, официантка попала под сокращение. Это называется неудачная маркетинговая стратегия. А все потому, что парень был заядлым клиентом ресторана и негативно отозвался о нем своим коллегам и друзьям. В записке парня было написано: «Это был мой последний визит. В заведение с таким обслуживанием приличные люди не ходят». А это называется негативный отзыв от постоянного клиента.